вот такая интересная картина. Мост, а по мосту идет поезд товарный. Еле-еле ползет. А под ним мы сейчас проедем, под этим поездом и под этим мостом железнодорожным. Вот он, РЖД. Электровоз. С двойной тягой. Так, а здесь база Магнита. Отсюда отправляются грузовики, грузятся и отправляются. Так, здесь у нас какое-то сопровождение. Гаишная машина идет, моргает. И, наверное, скорее всего, военных сопровождают. Я так думаю. Дорога хорошая, отличная. Такое колонны. Вот что делать, когда такая колонна попадает. Вот он ее сзади сопровождает, потому что они, наверное, медленно двигаются. Военные, да, номера военные. Вот 15-й регион. Куда-то перемещаются военные, поехали. Машины такие одинаковые, главное, что интересно. С опознавательных знаков. Спереди тоже гаишная машина их сопровождает. То есть это организованная колонна грузовиков. Номера у них интересные, черные, на черном фоне. Полиция, у них тоже номера черные, то есть это свои военные, они их сопровождают. Итак, снова ремонт дороги, расширение на Урале, дорога Екатеринбург-Пермь. Так вот ремонтируется строительная техника. Камеры стоят, не так просто вот, камеры стоят. Ну, конечно, в связи с ремонтом дорога не очень понятна. Такая вереница грузовиков, посмотрите, вдали едет. Интересно, экскаватор работает на краю, загребает обочину, грунт вверх поднимает, разравнивает лопатой, вот так интересно. Вот он. Ну, есть, которые не терпятся, которые летят вперед. Вот, все, полетел народ вперед.
Вот такая машина интересная. Nissan Patrol со знаками. Машина, наверное, принадлежит дорожникам, потому что знак, дорожные работы, ограничение скорости 40 и предписывающий куда-то вниз на фаркоп знак. Вот знаки: обгон запрещен, 50 ограничение скорости, светофор впереди, сужение дороги. Вот. То есть впереди ремонт дороги. Пока медленно движемся. О, у нас даже зеленый. Ура! На зеленый проскочим. Зеленый светофор. Пермский край, Кунгурский район. Погода солнечная, ясная. Подъезжаем к Кунгуру. Грузовиков на дорогах много, идут и навстречу, и попутные тоже.